ближайшие дни у многих знаков зодиака возникнут проблемы, которые коснутся романтических отношений. Не старайтесь что-то изменить, это вызовет еще большие проблемы и окончательно испортит настроение. Доверьтесь судьбе, она сама во всем разберется. Овны. Если вы будете принимать желаемое за действительное, то отношения с людьми не сложатся. Любая работа пойдет наперекосяк, если позволите себе мечтать во время ее реализации. Семейным людям пора внедрять в бытовую сферу что-нибудь новенькое, если это покупки, то только по приемлемой цене. Тельцы. Старайтесь адекватно расценивать ситуации, сложившиеся в личной жизни. Не нужно брать ответственность за все, что вы делаете вместе с близким человеком. Разложите по полочкам местный бюджет, пришло время экономить. Близнецы. Эхо рабочей недели будет преследовать вас все выходные. Лучше сразу проверьте все плюсы и погрешности, которые могут привести к финансовым потерям. Утвердительный ответ придет с инстанции, куда вы недавно обращались. И держитесь подальше от романтических соблазнов. Раки, вам придется соблюдать порядок во всем, даже собственное здоровье не упускать из вида. Распланируйте домашнюю работу до мелочей, чтобы не перегрузиться сверх меры. Никаких откровений с друзьями. Возможно, что вас поймут неверно, а затем еще и обвинят в чем-то ужасном. Львы, держитесь на расстоянии от личностей, которым мало доверяете. Поводов для конфликтов будет уйма, а застраховаться от них почти невозможно. Вероятно, денежное поступление, получить которое вы уже отчаялись. Найдите время проанализировать свои ошибки и недочеты. Девы, звезды советуют вам опасаться кондиционеров. Можно легко простудиться и слечь с температурой. Естественно, больничный вам сейчас ни к чему. Так как есть непреодолимое желание все сделать и спокойно уйти в отпуск. В любви не нужно ждать от природы милости, проявляйте инициативу сами. Весы, ничто не остановит вас на пути к цели, и это уже замечательно. Вы просто физически будете ощущать, что на вас смотрит вся Вселенная и, конечно же, ждет героических подвигов ради всего доброго на Земле. Ну а вечерами подумайте о своих перспективах. Скорпионы, вы рискуете получить немало тумаков, если не будете контролировать свои эмоции. Вы словно неуправляемая машина, мчитесь с бешеной скоростью. Не занимайтесь самоуничтожением. В своей стихии окажутся те, кто отправится в хотя бы небольшое путешествие. Только не берите с собой много вещей. Стрельцы, в ваших финансовых делах образовалась брешь, но заполнять ее хоть чем-то не следует. Заковыристую задачку придется решить семейным людям. Откажитесь от тактики атаки в лоб, будьте сдержаны и тактичны, все проблемы лучше решать на холодную голову. Козероги, вам придется соревноваться с самим собой, доказывая мастерство и опыт в работе. Если появится незапланированное свободное время, используйте его с пользой. К примеру, начните изучать иностранный язык. А вот финансовая сфера заставит встрепенуться, у вас серьезные убытки. Водолеи, в ближайшие дни позволить себе поспать до обеда не получится. Вы рискуете пропустить много важного и увлекательного. Полученная информация будет косвенно касаться вас и близкого родственника, изучите ее внимательно. Рыбы, вам звезды советуют совершить прыжок в будущее. Беритесь за все, отправляйтесь в командировку и станьте уже увереннее в себе. Вмешательство в личную жизнь не стоит расценивать как преступление. Родственники вам ничего плохого не желают, они лишь дают советы. 22 июня начнется новая рабочая неделя, звезды советуют всем знакам зодиака начать ее активно. Можно отправиться в путешествие или заняться спортом. Звезды знают, что говорят.